хотелось бы сказать, если вам что-то не нравится, кидайте у нас помидорами, только свежими, пожалуйста. Нам еще 2 дня в Москве тусить, и нужно что-то есть. Следующая песня, она называется «Ночь». Это первая песня, которая была нами написана. Thank you.
следующая песня «Забывай засыпай». На самом деле мы очень мало спали, потому что переезды и в поезде толком не поспишь. И надеемся, что мы не заснем, когда будем играть эту песню. Ну и вы тоже не заснете, когда вы будете ее слушать.